скорее всего, нет. Но если ее сейчас нет, то, наверное, не будет. Так что где она? Ты там нам понакидывал? 200. Да, банк там вчера сидел, накидывал по 200 ЕП. Давай. На полчаса хватит? Сможно. Так, ставлю руны, начинаем. Макрос заходит. Да, я ярил бы. Что за это дают? Бэдлоу. По меткам. Череп, инспектор, пека, дерби. И бодлол. Квадрат Мурлок, Монг, Кибердевка, Крест, Сники, Талия, Финмас и Полироль. Вахпала? Луна. Да, Крест. Луна, Блэкбери, Куки, Инспектор Алира. И расслабься, наверное. Тоже в луну. Начальник, а повтори, кто крест еще, кроме двух крипалов у меня. Потому что кто закрывать-то будет? Сники. И танки тоже здесь. Сники. Что, вдвоем будем закрывать? Крик на хп может? Забыл, Паш. Да я не знаю, ну, наверное, лучше там. Да. Наверное, все-таки лучше на черепе, а не на луне. На луне, на луну расслабься, короче, оставайся на черепе, да? Инспектор на черепе, а на луне расслабься будет. Тимур, чего не хватает? В крестьяне. Оба? Нет. Я только что сказал оба. Ну, значит, оба. Окей. Резист выпейте сразу, а то Паша ГП начислит сразу же. Макрос вытаскивайте на купол. Я спускаю. Там Тимур релогает. А, стой, вижу. Стой. Что, релогайтесь под СС? Как такое бывает, что ли? Типа он исчез, ты с костом. Да, он пропадает. А. Запул. Клёво. Кого-то нету 25-го. Тимур, наверное. Хоть бы какой делик придумали, да, сапрод, блядь. Почему они для ока, для этой хуни не сделают так же сапрод вместе, вместо топовой банки? Так, да, я понял. Надо предложить.
Киньте инспектору макрос на купол. Слэш каст щит света, да? А что, пульнули? Нет, еще. Еще нет. Сейчас зайду. Всем привет. Привет. Я не у всех вижу 40к. У меня связка. Куда идете? Есть место. Банджайну вчера не добили, Макс. Ну давай. Через полмесяца где-то буду уже полноценно рейдить. ГЗС успеешь. Кому? ГЗС. ГЗС. Все открывает? Привет, привет называется. Большому меньше ты можешь? Сейчас так. Зашлись. Не бейте большого, не бейте. Дайте ему набрать. Переводи адов на другую сторону.
большого сыграете. Разошлись. Собирал бы сразу день. Я не хочу лишний раз бегать по рейду, Паш, просто во время шторма. Ну там в мелизоне никого, кроме тебя и Войда, не должно быть. Может еще какой-нибудь вихрь. Нажали. Банку поднимешь его? Вынесли пламень. Соло закрою. Соло закрою, съебите. О, пожалуйста, по плавню бегает, блядь, блинкуется. Красава. Я первый сдам. Настя, есть зубы? Тимур, освободи тогда Ауру. Гимн есть? Да, сейчас сдам. Вынесли пламя. С плавня раньше уходить. Будет на коллапсе минус вар. Пошел плавень, осторожно. Батарее нужен будет энер. Ну-ка, ладно. Луч. Вынесли. Луч.
Оль, есть гимн? Или Саня? У меня есть. Скинь, Саня, тогда. Сейчас пройдем. Тихо поставит, ты скинешь, Олька пусть дамажит. Че буду? Вторым по гробу будешь? Да, давай. Окей. Косноязычие на нее. Сразу. Гера. И, блядь. Копия. Натиск. Стоим, прохиливаем, не выносить. Метки на край. Натиск, осторожно, мили, не подходим. Метку добить. Луч. За агро следите за своим. Луч. Сдвиньтесь. По правой сейф-зоне станьте. Еще один каст и гнев. 2 секунды гнев отошли. Можно вперед не ломиться? Пиздец, подстава такая, блядь. А ШП оказывается читерский класс, реально. Банка, я забыл. Чё, по ШПам спокойно проехал. Один раз можно. Куда вы ломитесь, блядь? В середине между ребрами шипов. Адов собрать в кучу. Косноязычие сразу на нее. Если будет натиск, Саня, успеет. Поднять? Да. Натиск. Рибав ПДК пока дайте. РД в Урдалака сыграли. Метки на край. Милики добили вурдалаков в милизоне, потом. Сейчас глыбы, потом вурдалаков, если останутся. Лопаты станчу, перетанки. Да сейчас это не надо. Косты не забывайте забивать.
луч. Я пиздобол. Где ты стоял? Я сбивал костры. А из купол что-нибудь там? Добиваем. Я лево пошел к левому образу сбивать костры, потому что я их не сбивал. А босс был на мне, как я могу затаунтить, если он был на мне? Короче, блять, ребята, вот пока пиздил по телефону, луч идет в меня первый, потом нужно поменяться. Я вам и в рейд пишу, говорю по телефону, я не могу досказать это в Discord. В рейд пишу, затаунтите. Ваша задача... Да. Ваша задача, вот Дим тоже, ты не идешь сбивать косты, ты один стоит слева, другой справа. Все, забудьте о том, пусть сами сбивают, и шлите их нахуй. Не было бы это добивкой, был бы вайп сейчас в виде. По вине. Да. Вар везучий, пиха. Очень. Видишь, ну это, кстати, пища для размышления, Дим. Ты не был первым по агро. Я ж когда мы вышли, я ее стаунтил. А, ну я ее переагрил. Она была на мне, но луч пошел в тебя все равно. И голова, и пушка. Правда, пушка тут вряд ли кому-то нужна. Мне кажется, две лежат. Если бы ботинечка никому не нужны, я бы забрал, чтоб сокета перебить. У тебя разве ее нет у нас?